А в Актобе многодетные матери сегодня опять пришли к областному акимату. Женщины уверены, что в регионе не реализуют поручение президента по поддержке многодетных семей. Несмотря на то, что инициативы главы государства были озвучены всего неделю назад, многие полагают, что они уже вступили в силу. Эльмира Эржанова расскажет подробнее. В областной акимат эти женщины приходят не первый день. Говорят, что устали от обещаний, поэтому решили на этот раз встретиться лично с новоиспеченным акимом области Ондасыном Уразалиным. Аким, правда, к ним так и не вышел. Женщин приняли другие чиновники, но без журналистов. Матери-одиночки и многодетные требуют, чтобы их обеспечили жильем. Они считают, что поручение президента о низких процентных ставках в регионе не выполняется. У меня дома тараканы и мыши в этом условии. Как я буду жить с своим ребенком-инвалидом? 35 тысяч. И то я должна в государстве работать. Я должна государство. Но государство меня на работу не возьмут. Потому что у меня статус ребенок-инвалид с психоневрологическим диагнозом. И что теперь мне делать? О том, что малообеспеченные казахстанцы из числа многодетных семей смогут оформить ипотеку под 2-3% в жилстрой Сбербанке, Нурсултан Назарбаев сообщил на съезде партии «Нур Отан» в конце февраля. С тех пор в Актобе многодетные ходят как на работу в жилстрой Сбербанк и в частные ипотечные компании в надежде получить дешевые квартиры. Женщинам сегодня объяснили, что программа еще не действует, так как не разработана до конца. Сейчас каких-либо документов заранее, либо заранее консультации у нас на данный момент еще по льготному именно кредитованию у нас пока, к сожалению, не ведется. Но тем не менее, после того, как нормативный акт будет правительством подписан и нам спущен для исполнения, в первую очередь средства массовой информации население будет об этом оповещено. Что касается пособий в почти 21 тысячу на каждого ребенка, то и здесь важно понять, что предназначена адресная социальная помощь не каждой многодетной семье. На деньги могут рассчитывать только те, чей доход на каждого человека не превышает 20 780 тенге. Расчеты можно сделать самостоятельно. Общий доход семьи делится на каждого человека, в том числе и на детей. Сумма должна быть не выше 20 780 тенге. Эльмира Ержанова, Жомарт Кудайбергенов, Информбюро, Актюбинская область.